На республиканском совещании работников социальной сферы президент Садыр Джапаров рассказал об увеличении доходов бюджета за счет увеличения сбора налоговых и таможенных платежей. Такую задачу глава государства ранее поставил перед кабинетом министров. Как отметил Садыр Джапаров, по итогам прошлого года объем консолидированного бюджета составил 311 миллиардов сомов. В этом году стоит задача собрать до 400 миллиардов. На следующий год я ставлю задачу повысить до 500 миллиардов. Мы сейчас активно вкладываем ресурсы в сельское хозяйство. Никогда раньше не было, чтобы 26 миллиардов сомов были выделены в качестве кредитов фермерам под 6%. Здесь я хотел бы подчеркнуть один момент, уважаемые крестьяне и фермеры. Конечно, этой суммы недостаточно, чтобы на 100% обеспечить всех крестьян и фермеров в этом году, так как у нас есть около 500 тысяч фермеров по всей стране. В этом году мы выделили все деньги, которые у нас были. Даст Бог, в следующем году обеспечим в полном объеме. Вместе со средствами, выделенными на ирригацию, закуп семян, предоставление других ресурсов, общая сумма, направленная на сельское хозяйство, достигает в этом году 40 миллиардов сомов.